Играть так, будто от этого зависит чья-то жизнь. Под таким девизом прошла благотворительная игра «Что, где, когда» в поддержку Димы Свечинского. Организаторы мероприятия рассказывают, что интеллектуальная тусовка – это не просто люди, которые увлекаются играми, но еще и близкие друзья. А у кого, как не у близких, просить помощи. Люди, которые играют в интеллектуальные игры в Одессе, это очень неравнодушные и добрые люди. Мы решили позвать их сегодня, провести игру, тренировку «Что, где, когда», поговорить о том, что такое игра, научить людей отвечать на вопросы, немножко размять мозги. И вход на эту игру сегодня Free Donation, и все собранные деньги пойдут на лечение Димы. В первую очередь такая идея возникла, потому что в вот этой вот тусовки интеллектуального клуба очень принято разделять и радость, и горе, и обращаться за помощью. И ведущий игры Александр Андросов всегда радостно откликается на любую просьбу о помощи. Поэтому это была одна из первых идей, которые нам пришли, обратиться в близкий круг друзей. Принципы игры, разбор самых распространенных ошибок, разница между ЧГК и КВН – это те секреты, которыми делился ведущий украинской версии ЧГК Александр Андросов. Сегодня действительно будет необычная игра. Это даже не столько игра, сколько тренировка, сколько разговор о «Что, где, когда», о том, как формируются команды «Что, где, когда», о том, как пишутся вопросы «Что, где, когда», о том, как правильно строить минуту обсуждения, что общего «Что, где, когда» и, например, у игры КВН, которых очень часто путают. В общем, я бы сказал, что это тренировка, разговор, общение и возможность получить обратную связь от тех людей, которые придут сегодня потренироваться, вне зависимости от их опыта, и поговорить с ними о том, как они воспринимают эту игру, что им интересно, каким образом они сюда попали, чего они хотят добиться. И с моей стороны, наверное, прозвучат какие-то варианты ответов по поводу того, чем я смогу им в этом помочь. Совместили приятное с полезным. На игру пришли люди, которые играют в интеллектуальные игры более 9 лет, а также и новички, которые впервые пробуют себя в ЧГК. А если еще учесть, что это мое любимое хобби, моя там третья жизнь, что где когда, я с радостью потренируюсь и, может быть, у кого-то приму опыт, кому-то его передам. И с радостью проведу этот вечер с пользой. Тем более, что сегодня, насколько я знаю, все донаты, поступающие на счет, удваиваются. Это значит, что мы делаем сразу два хороших дела. Как рассказывают наши собеседники, что, где, когда – это третья жизнь. Ведь за игровым столом можно встретить интересных и близких по духу людей. Приглашаю своих друзей, даже которые боятся, потому что умных людей много, они ходят среди нас. И я говорю, придите, посмотрите, это не страшно. Люди боятся показаться себе и другим глупыми. Хотя каждый из нас по-своему умен, по-своему глуп, по-своему талантлив и бездарен. И для того, чтобы это понять, нужно погрузиться. Я говорю, придите хотя бы зрителями. Сегодня пригласила ребят, которые ни разу не играли или играли очень давно. Это прекрасный массаж. Мы тренируем тело, мы тренируем силу воли, но нужно тренировать мозг. Потому что в эпоху социальных сетей, когда мы перестали читать бумажные книги, мы так или иначе все вместе деградируем. А здесь это круто познакомиться с умными, развитыми людьми, людьми с чувством юмора. Поэтому приходите, присоединяйтесь к играм бизнес-лиги «Интеллект Куба». Это круто. Предлагаю и вам окунуться в атмосферу игры «Что, где, когда» и попробовать свои силы. Внимание, вопрос. Командам вынесли огурец. Я надеюсь, что у вас достаточно богатая фантазия. Вы сможете представить огурец. Я вам его опишу. Он зеленого цвета. Он примерно 35-40 сантиметров в длину, правильной формы. И капитану было предложено перед текстом вопроса дать возможность каждому из игроков внимательно этот огурец рассмотреть. А теперь, внимание, вопрос. Назовите сорт этого огурца. Время. У вас минута. 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Первая версия – это сорт огурца. Огурец обыкновенный, потому что в нем ничего примечательного. Но поскольку в начале вопроса вы озвучили, что он 35-40 сантиметров, то, в принципе, по длине это он как бы такой большеватый, наверное, если это имело значение к вопросу, да? То есть вторая версия – это огурец-гигант, может быть. Ну, дали посмотреть огурец. Наверное, пустили по рукам. Пускают по рукам эстафетную палочку. Логика такая.
Плюс его просят передать каждому из игроков и передают по команде. Сорт эстафета, но эстафетная палочка, разумеется, был зачет. За благотворительный вечер игроки насобирали более 10 тысяч гривен, а благодаря анонимному спонсору сумма, которая поступила на счет 18 марта, удвоилась. Напомню, трехмесячному Диме Свечинскому поставили страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия. Это тяжелое генетическое заболевание, и без надлежащего лечения ребенок может не дожить до 2 лет. Диме нужен самый дорогой препарат в мире – Золгенсма, стоимостью 2 миллиона 300 тысяч долларов. Сделать укол нужно до достижения 6 месяцев. А это значит, что времени осталось не так много. Реквизиты для помощи вы сейчас видите на своих экранах.